Сделайте мне небольшое одолжение. Давайте наберем максимальное количество лайков. Также не забывай подписываться на мой канал. Я буду вам очень благодарен. А также оставляйте свои комментарии, и у вас есть шанс попасть в видеоролик. В общем, перейдем сразу к сути. Сама тема по сливу GTA-шек для слабых ПК и вообще любых GTA уже заезжена. Я это полностью понимаю. Как собственно и это же GTA. Но я сливаю ее вам, поскольку у меня нету в данный момент никакого материала для записи видео. Я надеюсь, вы меня поймете и не пойдете писать в комментарии всякую бездарную дичь. А теперь можно перейти к описанию GTA. Из чего она собственно состоит? Это обычные упрощенные деревья, которые дают вам FPS, упрощенные стандартные ганы, урезанные звуки, удалены все эффекты, кроме HD крови, установлена ограниченная прорисовка на таймцикл, удалены облака и немного всего по мелочи. Также в описании будет находиться HK файл для изменения погоды. Просто нажимайте на кнопочку F5 и пишите любую погоду на ваш вкус. С виду сама GTA на вид выглядит полностью как стандартная. В данной GTA нету санфанкса, криопапки и модлоудера. Для того, чтобы всякие индивидуумы не писали в комментарии по типу «Вот у меня украли аккаунт», там «Стиллер» и тому подобное. Если вам нужна будет криопапка, санфанкс, вы можете саморучно установить их. Если нет, то на ютубе полно видеороликов на данную тематику. Вы можете зайти на любой из них и узнать, собственно, саму установку. И на такой ноте хотел бы закончить этот видеоролик. Спасибо тебе за просмотр и за поддержку моего канала. Я желаю всем сдать ОГЭ и ЕГЭ в этом учебном году. А кто не сдает, просто хороших оценок. Так что давайте, до скорых встреч! This beat at hellasketchybeats.com.